хочу вновь отметить, что это для меня совершенно новый опыт. Потому что участвовать, взаимодействовать в такой коммуникации, в сложной коммуникации достаточно, как родители, дети, первоклассники и директор, это самый главный человек в школе. Для меня совершенно было волнительно. Я даже не знала, как все пройдет, но прошло все очень-очень тепло, очень неформально. И здорово, что удалось задать директору непосредственно определенные вопросы. Мне было очень интересно узнать секреты ее успеха. И все это, опять-таки, конечно, оставит свой отпечаток на воспитание ребенка, оставит воспоминания. У меня однозначно, я думаю, ребенок тоже запомнит на всю жизнь, что в первом классе, проучившись всего 10 дней, он уже имел честь попасть на классный завтрак с директором и с родителями. И это здорово. Я думаю, что во всех школах нужно это внедрять, потому что это просто незабываемо. Обязательно нужно ходить на такие мероприятия и быть в потоке, быть в жизни школы и влиять на все, что происходит вокруг. В деловом завтраке я участвую уже не первый раз, это мое второе посещение. Первый раз была со старшим ребенком. Мне очень нравится такое общение. Формат такого делового завтрака, это очень подстегивает на рабочий день, дает энергию и возможность поближе узнать школу. Я на подобном мероприятии была впервые. И хочу сказать, что подобные вещи очень сближают родителей, очень сближают детей. Очень важно, как директор Салихин уже сказал, проводить подобные мероприятия, в которых мы можем поближе узнать друг друга. Все очень понравилось. Очень нравится, формат очень сближает. Это тесная связь между родителями, между директором, между учителями, что все мы люди, все мы равны, все мы одинаковые. И это такой формат очень обезопасивает и нас, как родителей, и детей. Спасибо. Приятного всем аппетита! Доброе утро! Рада видеть вас снова в нашем лицее. Начинается первый урок для начальных классов. Good morning! We are glad to see you in our lyceum. The first lesson for elementary classes starts. Хайли ирте! Лицей бізді сізіне яңадан көрерге шатбыз. Башланғыш сыныфлар үшін бірінші дәріс башлана. Ребята, уважаемые родители и Диляра Салиховна, в этом году наши ребята первый раз пошли в первый класс, познакомились с первыми школьными друзьями и со своими первыми учителями. Давайте же поаплодируем этому замечательному событию. Меня зовут Камила Айратовна, и сегодня я буду поддерживать ваше хорошее настроение. Несмотря на то, что ребята учатся лишь только в первом классе, у них уже очень серьезные планы на будущее. Ребята, поделитесь своей мечтой, кем вы хотите стать в будущем. Меня зовут Ольга. Я хочу стать. Кем хочешь стать? Полицейским будешь? Кем хочешь стать? Пока подумаешь. Я хочу стать хоккеистом. Сами. Меня зовут Тимур, я хочу стать футболистом. Меня зовут Карим, я хочу стать волейболистом. Отлично, они спортсмены. На жизнь как будем зарабатывать, тоже хорошо, да? Давай, Тимур. Меня зовут Камила. Кем ты будешь, когда вырастешь, Камила? Врачом. Врачом, умничка, я почему-то так и подумала, что ты будешь доктором. Давайте аплодировать родителям. Меня зовут Виктор. Виктор, очень приятно. Я хочу стать полицейским. Здорово, молодец. Меня зовут Дима. Дима, хвостик поделил птички. А кем ты хочешь стать, не сказал? Не придумал. Не придумал, еще бывает. Меня зовут Богдан, мне 6 лет. Я хочу в будущем стать футболистом. Замечательно. Аплодируйте слабым родителям. Видимо, завтрак не кушали, оставили все в тарелках. Громко.
Меня зовут Радмира, я хочу стать актрисой. Замечательно. Меня зовут Камила, я хочу стать психологом. Ого, нам психологи нужны. Меня зовут Соломон. Конечно, я хочу стать водителем. Это интересная профессия. Водителем. Водителем, здорово. Да. Выглядывайте, чтобы вас видно было. Меня зовут Ярослав. Меня зовут Ярослав, я хочу стать гонщиком. Гонщиком. Меня зовут Адриан, я хочу стать хоккеистом. Меня зовут Вика, я хочу стать гимнасткой. Меня зовут Регина, и я хочу стать актрисой. Меня зовут Асель, я хочу стать моделью. Меня зовут Лиза, я хочу стать парикмахером. Меня зовут Дарья, я хочу стать врачом. Меня зовут Даниил, я хочу стать спецназом. Военный, да, ты будешь? Меня зовут Адриан, я хочу стать ютубером. Ютубером? Блогером. Здорово, давайте поаплодируем. А нам действительно нужны будут в школе и водители, и электрики, и психологи. А докторам в больницах нужны. А блогеры тоже нужны, и спортсмены нужны. Давайте поаплодируем, что у вас у всех у многих есть уже своя мечта. А, ну что ж, мы не собрались на завтраке, поэтому приятного аппетита. Я смотрю, как вы умеете пользоваться приборами. Умнички. Родители, вы прям отвернулись от своих чашек и тарелок, вы уже покушали. Да, но тем не менее, аксессуары завтрака возьмите в руки, когда вы вернулись совсем сюда. Потому, знаете, почему мы придумали именно встречаться за завтраком? Когда человек кушает, он не так волнуется. Я чувствую, что вы немного волнуетесь. А у нас еще можно тихонечко пройти заказать кофе, кто хочет. Есть настоящий хороший кофе. Капучино, латте и так далее. Ну что ж, приятного всем завтрака. Мы продолжаем. Вот это да! Какие взрослые планы у вас! Пусть все, что вы задумали, осуществится. Я знаю, что вы огромные молодцы и приложите, ребята, все усилия к исполнению своих мечт. Уважаемая Диляра Салиховна, давайте вернемся в ваше детство. В то время, когда, может быть, вы сами еще были первоклассницей. Поделитесь, пожалуйста, с нами. Кем же тогда хотела стать маленькая Диляра Салиховна? Я тогда хотела стать врачом, потому что, ну не совсем маленькая, мне тогда было лет 14, потому что у меня постоянно болел младший брат, с ним разница в 13 лет, и мне очень хотелось его вылечить. Сейчас он большой, взрослый и сильный, и даже меня обогнал быстрее, меня стал дедушкой, отец двоих детей, но тогда мне приходилось, я часто это рассказывала, и чтобы он не умер, чтобы у него не было астматического приступа, мне приходилось ему делать уколы. Тогда же прицел надо было кипятить. И вот мой страх из детства, из такого детства, что я не успею этот шприц кипятить, и он не дождется моего укола. Потом ему даже его колоть было некуда. Поэтому доктора – это святое. Я не стала доктором, потому что переориентировалась потом на другие направления. Но вот я считаю, что это одна из самых святых профессий. Вообще для меня две самые-самые прекрасные профессии в мире – это педагог и врач. Диляра Салиховна, еще один вопрос вам. Скажите, пожалуйста, какие предметы вам в школе больше всего нравились и какие кружки активно вы посещали? Предметы нравились все, но я была отличницей, золотой медалью школу закончила, вот как с первого класса, стала отличницей. А я очень любила литературу, я очень красиво писала сочинения. И, конечно, любимый предмет был физика, и я, наверное, пошла по стопам своего педагога, выбрав физфак университета. Я, правда, не планировала быть никогда педагогом, абсолютно ни в детстве, ни в студенчестве. И 5 лет потом позже я даже не собиралась идти в школу, просто так сложилось, что в 90-х
после институт совсем потерял крах, но очень исследовательски занимался закрытыми разработками. И супруг, тогда, который вместе уже мы работали в институте, он ушел в бизнес, а я пошла в школу после 5 лет серьезных научных исследований, только потому, что она была рядом с домом, и там платили зарплату деньгами, а не какими-то талонами и обменными товарами. Это был такой период. Поколение зрелое, наверное, помнит. Может, ваши родители это помнят. Но как-то так получилось, что у меня сразу так ушло. Поэтому я не мечтала быть учителем. Ну и, по сути, не стало. Так бывает. А про кружки я не сказала. Да, танцевать я любила, хореографию. У меня всегда в детстве была таким пухленчиком. И мне это очень трудно давалось, меня на первый план никогда не ставили. Но я так хотела быть впереди в плане танцев, поэтому очень старалась. В итоге все получалось. И даже потом, в юности, опять-таки в 90-е, у меня даже было такое увлечение, которое, в принципе, приносило неплохой доход. Я работала и хореографом, и постановщиком, и в цирке были заезжие артисты, которые тогда гастролировали с вокалом. И я тогда подрабатывала, делала протанцовки. Вот это мне нравилось. Ну и потом, когда в лагере работала, я тоже вела и хореографию, и шейпинг, когда это было все модно. Аэробика тогда была, помните? Ваши родители этим увлекались, наверное, так, не вы. Потому что родители здесь вещи молодые, бабушки и дедушки, наверное, не так. Дорогие родители, поделитесь, пожалуйста, своей историей, кем вы хотели стать в детстве и кем вы являетесь сейчас. Ну, в детстве как Чупина мечтал стать космонавтом, то есть такой просим. В данный момент работаю в аэропорту, электромехаником. Ну, рядом. Рядом. Всем здравствуйте, меня зовут Альфина. В детстве мне папа говорил, ты будешь хорошим политиком. Я говорю, да, буду. И мечтала им стать, но стала психологом. Мне нравится. Спасибо. Всем доброе утро, меня зовут Светлана. Я в детстве хотела стать ветеринаром. Но как-то не получилось, сейчас я массажист. Доброе утро. Меня зовут Анастасия. В детстве я мечтала работать в банке. Отучилась на экономиста. Проработала 6 лет в стенах разных банков Казани. А потом ушла в декрет и стала парикмахером. Мне это очень нравится. Теперь я на своем месте. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Айсулу. Я выросла в семье врачей. И всю свое детство, в подростковом возрасте хотела стать врачом, хирургом. Но потом, когда я побывала в больнице, я поняла, что я так не смогу, как работает у меня папа. И потом я решила стать юристом. Здравствуйте, меня зовут Максим. Здесь, как и все пацаны, хотел стать, мечтал стать летчиком. В итоге стал помощником машиниста. Вот и все. Меня зовут Ольга. В детстве я мечтала стать врачом, но в настоящее время работаю ведущим менеджером отдела закупок. Здравствуйте, меня зовут Руслан. Ну, как многие мальчики в моем детстве, я хотел стать космонавтом, но в итоге я стал строителем. Здравствуйте, меня зовут Катерина. Я не помню, кем я хотела стать в детстве, но в школе я любила предметы чертения и геометрию. Когда уже пошло время до института, пошла на экономический. Сейчас мама в декрете. Меня зовут Мадина. В детстве я мечтала стать... Господи, удаю! В детстве я мечтала стать учителем. Мучила своего младшего братика. Мучила, заставляла его делать уроки. Вот, а сейчас я экономист. Меня зовут Анастасия. Я сейчас пыталась вспомнить, с кем я хотела быть в детстве. Вспомнила только выпускной в детском саду, когда у меня тетя уже работала парикмахером. У нее была шикарная прическа по тем временам. И меня объявили, что я тоже хочу стать парикмахером. Наверное, я об этом мечтала. Потом я выросла, ну, стала расти, немножко поумнела. Закончила таможенную академию, но в итоге стала мастером по наращиванию ресниц. Поэтому фактически детская мечта сбылась. В детстве я хотела стать
детстве мечтала стать врачом, собственно, стала врачом-психиатром. Здравствуйте, меня зовут Лилия. В детстве я хотела стать врачом. Ну, в итоге я по образованию судмедэксперт. Здравствуйте, меня зовут Тимур. В детстве я хотел стать военным. В итоге оказалось, что инженер-проектировщик. Всем здравствуйте, меня зовут Русина. В детстве я очень хотела стать журналистом, но, к сожалению, поступить на журфак у меня не получилось. Но сейчас я стала блогером и автором медиа-издания, так что можно сказать, что моя мечта сбылась практически, потому что сейчас блогинг — это уже современные СМИ. Вот, спасибо. А можно у нас поблагодарить за ту обратную связь, которую вы дали по итогам Российского собрания? Ваш вот такой разбор прям по полочкам того, что происходило, очень профессиональный, поверьте мне, тоже как эксперту в области образования, и он работает как реклама в наших социальных сетях, в моих личных социальных сетях. И я получила очень много интересной обратной связи вот на ваш отзыв уже от своих коллег, руководителей Школы России. Спасибо вам огромное за такое мнение и за честность. Вы были честны, когда признались, что старший дорос до 6 класса, вы не были на родительских собраниях. Да, это верно. Спасибо большое. На собрание надо ходить. Спасибо огромное. Спасибо. Доброе утро. Меня зовут Анастасия. Я, видимо, третья Анастасия среди родителей. В детстве я хотела быть, по-моему, ветеринарным врачом тоже, но стала ученым. Кандидат биологических наук. Доброе утро, меня зовут Рената. Я, как многие родители, хотела тоже быть врачом и ветеринаром. Поступила на биолого-почвенный факультет, стала биохимиком, но потом перепрофилировалась, стала экономистом. Доброе утро, меня зовут Гульнас. На самом деле, как и многие девочки, наверное, тоже в детстве хотела стать врачом. Но с возрастом, скажем так, я поняла, что врач этим меня никакой, потому что элементарно я боюсь всех этих манипуляций. В итоге, получив экономическое образование, я бухгалтер. Здравствуйте, меня зовут Олег. Но в силу того, что мой отец военный, я, естественно, хотел стать военным. Даже это есть особенность, я родился сам в Германии. Но жизнь так закрутило, что в итоге сейчас я экономист в крупнейшем банке республики. Доброе утро, меня зовут Дмитрий. В детстве я хотел стать, наверное, хорошим человеком. Вот. Но, к сожалению, не получилось. Свою карьеру я... Почему не получилось? Возможно, получилось, возможно, нет, был сарказм своеобразный. Совмещаю военную карьеру с логистической... Ну, с логистическими задачами, тоже связанные с этой темой. Вот. Ну, в принципе... Сейчас время такое, все понимают, поэтому распространяться не буду, времени ни у кого отнимать не хочу. Благодарю за внимание. Хорошего дня всем. Спасибо. Доброго утра, меня зовут Светлана. В детстве я, как все дети, смотрела на окружающих. У меня у бабушки была потрясающая соседка, которая устраивала дворовые игры. Была необычная женщина, она была дворником. И я хотела стать дворником. Когда я подросла, я захотела стать журналистом, закончила филологический факультет. Ну, в итоге я руководитель этих проектов. Здорово. Всем доброе утро. Меня зовут Кристина. В школьные годы я хотела стать социальным работником. Кристина, и... Нет. Да, я хотела стать социальным работником и в свою, ну, как бы, помогать людям, так сказать, своеобразно. Но стала я специалистом по экологическому надзору. Меня зовут Анастасия. В детстве я мечтала стать полицейским и наказать всех злодеев, но в итоге я медсестра и косметолог. Здорово. Давайте поаплодируем родителям. Ребятки, а можно сейчас вас попросить? Найдите, поверните, встаньте и поверните глазами вообще всем корпусом к тем, кто пришел к вам сегодня, к вашим родителям. Встаньте со стульчиком, поверните. Встаньте, повернитесь, найдите своих родителей. Можете даже к ним подойти. Можете к ним даже подойти, обнять их. Ну, скорее. У всех пришли, у кого не пришли, можете меня обнять и со мной сфотографироваться. Миро, иди ко мне, давай мы с тобой. И Камила. У меня дочка тоже зовут Камила. А можно я буду вот сейчас
вашим родителям тоже. Давайте сюда. Кому не пошли? Так, ко мне. Вот. А вы еще у нас есть. Фотографируемся? Ну-ка, отличную работу сделали. Вот. Хорошо. Ну, бывает, так бывает. Все. Они ждали только работы, правда? А мы, они посмотрят всю видеозапись. Хорошо? И должны увидеть твои улыбки. Садитесь, Мирон, слышишь? Тебе говорю. Они посмотрят фильм. Вот Андрей Валентинович. Андрей Валентинович, вы же все смонтируете, вы в кино. И вы вместе дома посмотрите. Хорошо? Улыбаемся в камеру? Улыбаемся. Так, все, раз. Сыр, да. Размялись немножко, так. И садимся за столики, снова возвращаемся. А то у меня подустали. Садимся за столики. Давайте скажем все друг другу «Доброе утро!» «Доброе утро!» «Доброе утро!» Ну что ж, а можно теперь мне спросить, задать вопрос? Ребята, скажите, пожалуйста, сколько дней уже проучились? Сколько дней проучились? 6 недель. А? На той неделе 5. И на этой неделе сколько? 10. 2 дня. 5 плюс 2 сколько будет? 7. 7. 7 дней проучились. Какие уроки были? А? Что? У кого? Давайте так. Смотрите, мы сейчас попробуем. Сейчас надо будет закрыть глазки. Глазки закрыли. И подумали о том, какой у вас был самый-самый любимый урок. Один. Один. Подождите. И на счет 3 громко крикнем, назовем это занятие. Какое вам больше всего понравилось. Приготовились. Громко-громко выключайте. Договорились? И будем радоваться. То занятие, которое понравилось. Все проснулись уже. Значит, 1, 2, 3. Любимый предмет. Ну вот, нас Андрей Валентинович все поймал и все узнал. Ну что ж, робототехника уже была? Да. Была уже? Да. Так, кто был на робототехнике? Ручки поднимите. Кто хотел на робототехнику, поднимаем руки. А кто был на ритмике? На ритмике. Да, хотел. Кто был? Хорошо. А как зовут вашу? А как зовут вашу преподавателя ритмики? Юлия. Юлия Валерьевна по ритмике, а по робототехнике? Ренат Асланович. Умничка, молодец. А сейчас интересный вопрос задам. Только мы договорились, что вы отвечаете на него честно. Ладно? Внимание. Внимание! На меня все посмотрели глазки. Энергию мне отправили утром. Зарядите меня. Я буду как батарейка заряжена вами. Зарядите меня? Так. Нет. Отправляйте мне свою энергию. Скажите, пожалуйста, а кто из вас, только честно-честно, спал каждый день в тихий час? Поднимите руки. Только честно. Честно. Хорошо. Прям спали. А кто из вас хотя бы лежал, читал книжку, но был в кроватке в тихий час? Поднимите ручку. Все, я видела, да, молодцы. А это так нужно? Да. У вас, смотрите, у ваших взрослых до 6 вечера рабочий день. Вы же с первого дня как взрослые, с утра и до самого вечера. Родители устают, они приходят домой? Как? Устают. Все понятно, все у нас сейчас честно. Какие напутственные слова нашим ребятам вы можете сказать в будущее, чтобы все их планы осуществились? Напутственные слова – это как-то слишком официально. А у нас же завтрак, у нас все неформально. Поэтому так по-современному скажу. Чтобы все успевать, надо иногда делать то, что делать не хочется. Открою вам секретик. В 5:30 утра я встаю, это 5:30, и мне обязательно надо выйти почти на пробежку, на быструю ходьбу в парк Черное озеро. Иначе мой мозг не будет просто соображать с утра, и я не проснусь. А мне очень не хочется. Я себя вот так, знаете, как беру, если вот такой ваш, научить вас, как себя заставить делать то, что не хочется. Это очень, это вот такое волшебство с собой. Берете правую руку, повторяем за мной, взрослые тоже. Берем правую руку, заводим ее вот сюда за шею. Берем от себя за шею, поднимаем, и пошли делать то, что надо делать. Вот это волшебный секрет. Да,
Поэтому иногда не хочется, но надо себя заставить. Поэтому, дорогие мои, пока вы в школе, дружите, кто уж нашел друзей? Здорово! А кто полюбил уже школу? Вторую ручку поднимите. Кто полюбил наш лицей? Все, замечательно. А кто из школы не хочет идти домой? Есть такие? Хорошо. А кто не хочет из дома идти в школу? Тоже есть такие? Ну, иногда хочется поспать, да, так вот. Хорошо, тогда я задам еще один вопрос, только честно отвечайте. Кто хочет в детский сад обратно? А, есть такие, здорово. Здорово. Ну что ж, детский сад — это тоже было хорошо, но было ваше детство. У нас здесь еще есть те, кому с билет даже, да? Есть. Напутственные слова. В школе надо дружить, учиться, приобретать разные навыки, способности, ходить в кружки. И самое главное, слушаться свою учительницу Камилу Айрановну. Большое спасибо, Диляна Саликовна, за такие значимые слова. Но мы переходим к нашим вопросам. Скажите, такой большой и активной школой трудно управлять? Управление – это же тоже дисциплина, в том числе и дисциплина с собой. Утром пишешь план, потом по нему идешь. Очень часто бывает так, что кто-то полностью тебе этот план сбивает, да, внешний. А тогда ты становишься человеком многозадачности, делаешь много параллельно. И у меня шикарная команда, которая, в принципе, может работать вообще автономно. Я иногда могу быть где-то, а мне здесь все замечательно, все работает и все получается. Причем совсем недавно, весной, я это проверила. Чисто случайно был такой опыт, если когда я буду писать мемуары, я об этом рассказываю, то я обратно обязательно напишу. Я находилась в командировке с директорами города Казани в Баку. Мы закончили деловую программу, пятница вечером, мне звонят и говорят, это в мае было. А можно на вашей территории завтра поставить машину? Я говорю, с какой целью, у нас там никого завтра нет. К вам едет правительство делегации из Узбекистана. Я говорю, а кто мне об этом сказал? В итоге пришлось менять билет. Пока я меняла билет, моя команда собирала всю школу, в том числе и те, кто не учится. Я ночью в самолете прилетаю сюда, одновременно практически вместе с гостями въезжая на школьную территорию. Суббота, почти лето, весь лицей учится, идут уроки, все в форме, школьное самоуправление встречает гостей, рассказывает им о школе. В ресторане вкусно пахнет, идет процесс питания, все повара на местах, на такси ночью приехали с дач. И все идет. И я понимаю, что у меня замечательная команда, у меня понимающие родители, которые в субботу привели детей в школу. Это был единственный субботний учебный день в прошлом году, но так было нужно, потому что нужно было защитить свой Татарстан, показать Казань, город, в котором хорошее образование и хорошее питание. И мы с этим справились. Команда. Скажите, пожалуйста, как вы обычно отмечаете свой день рождения? Очень по-разному, честно говоря. 55-летие был юбилей, где собрали всех, с кем была и в лагере, и вот Андрей Валентинович даже там был, и с кем уже потом работал, в чиновниках, и как директор одной школы, потом директор другой школы. А вот в прошлом году первый раз провела не дома, а встретила на берегу моря день рождения. Мне это нравится. Делать это все по-разному. В последнее время я считаю, что хочется именно в день рождения видеть тех, кто тебе близок и дорог. Поэтому иногда это бывает 6 вечеров подряд встречи с одними, с друзьями, с другими, с близкими, с родными. Вот так. Но я всегда стараюсь начинать свой день рождения именно со спортзала. Для меня это вот такой пунктик. Диляра Салиховна, когда-то получали в школе двойки? Конечно, получала. Без двоек никто не бывает. Но я их старалась быстро исправить. Я вот сейчас не помню, когда это было, а помню. Я по математике одну из первых работ очень неряшливо оформила. И мне поставили за работу 4, а за оформление 2. Потом я уже старалась это не пропускать. Старалась быть аккуратной. Так, еще один вопрос. А как вы выбрали эту профессию?
А я вот только недавно рассказывала, что я не думала, что я буду педагогом. Просто пошла работать в школу, тогда была вакансия зама по воспитательной работе, я 8 лет работала замом и преподавала физику. Вот Андрей Валентинович у меня в физике учился. В этой школе я уже физику не преподаю, потому что как кандидат наук и менеджер обучаю взрослых, именно своих коллег. У нас еще один вопрос. Как вы на экран встаете? Смотри, есть вот такая штучка, режим сна в айфоне, 5:30 будильник. Но я нормальный живой человек, иногда не хочется, и я стараюсь хотя бы на субботу, воскресенье будильник отключать. Иногда себя тоже надо баловать такими разными послаблениями. Нельзя быть все время таким роботом, когда все рано и вовремя. Но среди недели надо. Так, еще один вопрос. А вы когда-то пятерки получали? Так я же рассказывала, что я была отличница круглая, постоянно пятерки, каждый год отличница. И золотой медалью закончила 102-ю школу Казани. Там я даже где-то моя фамилия на стенке висит, как медалистки. Правда, тогда я была не Карипова, а Нуриева. Елена Савиховна, а учитель – это сложная профессия? Это очень сложная профессия, но она такая, если говорить на современном языке, драйвовая. Если ты любишь профессию, если ты стараешься в ней развиваться, то ты получаешь от этого очень такое состояние души, что ты не зря в школе работаешь. Вот я знаю, что вот этот драйв испытывает ваша Камила Иратовна, потому что я за ней наблюдаю. Я помню, как она пришла к нам устраиваться, как мы потом и на конкурс она не один раз ездила. Это человек два раза даже, я говорю, не один раз, два раза ездила. И у нее очень такие хорошие бойцовские качества, и она постоянно развивается. Давайте ей поаплодируем. Лера Салиховна, а директор – это сложная профессия? Да нет, это вообще не сложная профессия. Приходишь в школу, смотришь на всех и ничего не делаешь. Я пошутила, конечно. Иногда думаю, да что делает директор? И когда я обучаю своих коллег, когда я им рассказываю вообще, что должен делать директор, директор должен заниматься таким мощным словом стратегии, это больше для взрослых. Тактикой занимаются заместители. И директору надо как можно чаще, в том числе и родителям, детям рассказывать, чем он занимается. Чтобы люди понимали, да, для чего в школе нужен директор. Хочешь быть директором? Асель. Да? Думаю. Ну, да. Ну, а почему бы и нет? Родители, можно я задам текущий микрофон, вот так вот, кто хочет? Впечатление от первой недели. Вы же тоже 7 дней отучились в первом классе, правда? И как вам оно? Что было сложное? А что, наоборот, обрадовало? Кратко, кто хочет? Ну, в принципе, все нормально, ребенку все нравится, она прям без ума в школу ведется. Спасибо. Какие сложности? Кто хочет? Можете, если... Все хорошо, пока все нормально, нравится. Нет, извините, пока следующий готовится. Поднимите, кто не по микрорайону руки. Кто не по микрорайону руки, да, да. Ну вы знаете, кто по микрорайону, кто не по микрорайону, да? Не стесняйтесь, если не по микрорайону, поднимайте выше руки. Да, потому что я знаю, что в этих классах у нас где-то 80% детей не по микрорайону. А кто издалека возит, можно спросить, да. А почему именно к нам? Микрофончик, дайте память. Почему именно к нам? Ведь вы вообще, наверное, рано встаете, что успеваете? Очень рано. Во сколько? 5 утра, каждый день. 5 утра, то есть раньше, чем я даже. Да. Так, это где у нас герой, который в 5 утра встает, или героиня? Герой, все. В 5 утра встаешь, откуда сюда едешь? Из загорода, так? Это же вообще тяжело. Если это Заречье, мы там купили дом, мы с вами ездим сюда, потому что я уже много раз рассказывала, у меня муж здесь учился. Старший сын здесь учится, и младший тоже сюда. Понятно. Тяжеловато? Ну, когда мотивация есть, не тяжело. Здорово, спасибо. Давайте поаплодируем. Так, ну, делимся, что было сложно. Все очень все хорошо. Сын доволен. С утра просыпается. Отлично. Ему все нравится. Здорово. Какие сложности были в первые дни? Тяжело вставать, признаюсь, честно. Мы всегда самые последние приходили в сад, но мы весь август тренировали ранние подъемы. Я надеюсь, мы вольемся.
целом я восхищена активной жизнью школы, для меня это очень важно. Уже почувствовали? Да, у нас был такой же сад, мы всегда активные участники всех конкурсов, мероприятий. Ну, знаете детский садик, кто вдруг будет смотреть заведующий? 360-й. А кто заведующий? Гимназия. Лиана Константиновна Сопромадзе. Да, да. Вот, нам все нравится. В школу в субботу встали. Она говорит: мама, мы проспали школу, давай, пойдем собираться. Я говорю: доча, у нас выходной. Она говорит: ну, хотелось. Ну, вы очень правильно сделали, что после про гимназии пришли в первый класс. Очень часто про гимназии после четвертого класса идет в пятый, и сразу очень чувствуется диссонанс, потому что все-таки детский сад – это детский сад, школа – это школа. Я бы просто посоветовала как можно больше развить лучше детсадовскую часть, а уже школу оставить нам. Каждый должен заниматься своим делом. Ой, если честно, я даже сына завидую, что у него такая школа. Вот правда. Я пока замечаю вот эту такую легкую адаптацию к первому классу. Несмотря на то, что с утра до 6 вечера. Да. И он приходит, я каждый раз вижу эти горящие глаза, эту радость, и он каждый день делится какими-то очень невероятными, интересными впечатлениями. Я правда очень рада, что такая школа у нас. И у меня 3 года тому назад нужно было уехать из этого района, но я сказала: нет, мы не уедем, у нас школа тут рядом. Мы специально остались, чтобы учиться именно в этом лице. Спасибо вам за доверие. Спасибо. Я обязательно вопрос подарок. Вот я давно наблюдаю за этой школой, у меня племянник вот закончил школу в этом году. И каждый раз на какой-то праздник, когда я прихожу, я вижу, какая вы энергичная, вы являетесь, как сердцем от этого лицея. И у меня вопрос: откуда вы берете ресурс? Как вы восстанавливаете? Потому что учитель – это энергозатратная профессия. Это действительно энергозатратно. Вы знаете, на прошлом завтраке так получилось, что один из родителей просто меня знает достаточно давно и говорит: я все говорю, почему к нам ты приходишь такая израсходованная, мы тебя восстанавливаем, да, но она просто занимается моим здоровьем. Я теперь понимаю, почему ты себя расходуешь здесь. Вообще педагог – это профессия, которая ты должен себя расходовать и восполнять. Как у каждого восполнять себя по-своему. И я вообще, если ты с людьми работаешь, ты должен дарить энергию. Вот приходишь в фитнес-клуб, а там никакой тренер, который там вот куда-то смотрит в облака и прыгает руками и ногами. И ты понимаешь, что ему нельзя работать с людьми. С людьми надо работать, отдавая, да, тогда ты от них заряжаешься и получаешь. И потом, как я восполняю? Я сейчас вижу, вы улыбаетесь, да? Даже некоторые еще не проснулись, то улыбаются, дарят энергию. Мне хорошо. Я от этого тоже заряжаюсь. А когда совсем тяжело, стараюсь заставить себя пойти в тренажерный зал, очень здорово восстанавливает эмоции железом. Мышцы напрягаются, адреналин, и как-то становится уже все по-другому. Либо утренние вот такие, не могу сказать, прям пробежки, интервальная такая, ходьба, бег и так далее. Мы, родители двойняшек, специально не стали менять место жительства. Сюда мы пришли не по прописке и специально пошли по рекомендации в эту школу. Как вам? Не жалеете? Нет, нисколько не жалеем. Прочувствовали всю вашу спортивную жизнь в школе, участвовали в соревнованиях в это воскресенье и на ярмарке. Ну, дети довольны, детям нравится, приходят счастливые. 1 сентября они ждали прямо с удовольствием. И когда мама наступит 1 сентября, когда мы пойдем в школу, когда это случится? Им очень хотелось пойти, вступить в эту взрослую жизнь. Здорово, спасибо вам большое. Пожалуйста. Ну, пока главная сложность для нас – это разбудить ребенка вовремя с утра. Я понимаю. А так в целом нам все очень нравится. Ребенок с утра, вот вечером я забираю, она выходит веселая, глаза горят, довольная. Не уставшая вечером. Не уставшая, отдохнувшая, готовая там дальше веселиться, гулять. Нам все нравится. Потому что спасибо, знаете, спасибо огромное. Вот во многих школах первый месяц я смотрю, 11 часов дня, уже 10 часов дня дети уже возвращаются домой с родителями. А вы, отдав сюда, смогли полностью отдаться и работе. Так ведь, да? То есть в этом плане быть спокойно. И информируем мы через чат, что у нас происходит и так далее. Поэтому я считаю, что адаптация – это смена деятельности. Да? Когда есть смена деятельности, есть внутри отдых, то все хорошо. Мы тоже встаем в 5 утра, мы приезжаем из Высокогорского района,
единственная сложность – это вот пробки. А так, пробки. У меня тут старшая дочка… С Высокогорского района вы приезжаете сюда? Да, да. У меня сейчас учится старшая дочка, учатся у нас племянники, всем очень нравится. А у меня к вам вопрос. Каким вы представляете себе идеальный класс начальной школы? Каким он должен быть? Идеальный класс, прежде условия – это тесная дружба между собой родителей, между собой детей и педагогов. А делаем все вместе, да, никаких склок, никаких таких. Если решаем вопрос, то разговариваем, договариваемся, как далеко идем дальше. Это смена видодеятельности у детей, это большое количество совместных мероприятий, даже не люблю я слово мероприятия, а событий, которые проживают все вместе. И понимание и родителей, и педагогов, и детей, что школа не готовит к жизни, а что мы здесь проживаем, интересная, насыщенная жизнь. Вот, наверное, так. Наверное, ну, опять же, как у многих, да, с подъемами, но они еще взаимосвязаны с тем, что спорт есть 3 раза в неделю и вечерние тренировки. То есть 9 вечера. В 9 вечера. Какие спорт, заканчивать? Футбол. Футбол. Вот как раз об этом и вопрос. Можно ли совмещать спорт и учебу, или все-таки нужно расставлять приоритеты? Спорт обязательно должен быть. Приоритеты расставлять. Ну а как вы расставите приоритеты? Откуда вы знаете? Будет он великим футболистом, да? Вот иногда я говорю, что мама хоккеист – это диагноз, то есть у меня мамочка хоккеистов не обижается. ЕГЭ по футболу и по хоккею нет. Поэтому спорт – это как вторая профессия, которая, возможно, тоже будет приносить какой-либо доход в будущем. Но на самом деле это, прежде всего, здоровье и дисциплина. Уважаю спортсменов, которые при этом во время спорта еще хорошо учатся. У нас таких детей много в школе. Много примеров могу привести. У нас был вопрос, как бы, стоял такой, что полный день обязательно, потому что забирать некого ребенка. И выбирали мы, конечно, из разных школ. Это Елена Сервис, 36-я гимназия, но остановились на вашей, потому что здесь рядом садик мы ходили. И действительно не прогадали, это полный комплекс, в том числе кружки, все, то есть никуда не дали. Он инклюзив, как в Анталии? Вот, прямо со слов, да, то есть. И атмосфера, прям восторг. Спасибо. Спасибо большое. Я уже видела многих из вас на мероприятии, на событии воскресенья, и я чувствую, что к нам шикарная команда родителей пришла. Здорово. Но мы тоже не относимся к вашему микрорайону, и на самом деле в вопросе... Микрорайон не мой, школа микрорайон. Вообще мы не живем в Новосоветском районе, мы живем в Советском районе. И тут сыграла сарафанное радио, на самом деле я просто спрашивала у родителей, кто ходит в Новосоветском районе, в какую школу ходите. И вот ваша школа была самая рекомендуемая моими знакомыми, и мне очень посоветовали вас полного дня, и я остановила свой выбор на это. Спасибо. Мои дорогие, было очень интересно, огромное спасибо за то, что вы наша образовательная организация. А мы сейчас вот экранируемся. Ребятки, встаем, все оставили на месте. Мы должны сказать эту камеру, какое слово, как мы сработали. Нет, не сыр. Как мы сработали, да, отличная работа, да. Сначала мы потренируемся, первый раз попробуем все вместе. Итак, как сработали? 3-4. Отличная работа. Ну вот не совсем получилось, как-то вяло, не проснулись. Ну-ка дайте энергию в голос. 3-4.